И сразу о главном – качество работы региона в разрезе районов. Губернатор области Александр Михайлов провел совещание с их главами. Какую оценку получило местное самоуправление, смотрите в сюжете Юлии Комкиной. 319 показателей качества работы. Они прописаны в указе президента. Александр Михайлов предложил самоуправлению проверить самооценку. Мы сегодня с вами посмотрели на то, как вообще по итогам года выглядит область в разрезе районов и городских муниципальных округов, чтобы вы сами на себя посмотрели. Промышленные успехи, достижения в сельском хозяйстве, уровень жизни на селе и качество медицинского обслуживания в районах. Прежде всего, перемены должны коснуться благосостояния жителей на местах, подчеркнул глава региона. Упор федерального центра в основном делается это на инвестиции. Потому что вложение инвестиций предусматривает, или последующим, это что? Это создание новых предприятий. На новых предприятиях выпуск новой продукции, естественно, конкурентоспособной, импортозамещающей. Это новые рабочие места, более высокооплачиваемые, высокотехнологичные. Это пополнение областного, местных бюджетов. По темпам развития в 2010 году наш регион вошел в семерку лучших России. Районы продолжают наращивать потенциал. Сегодня среднемесячная зарплата в районе составляет более 14 тысяч. Это очень хороший показатель. Нет никакой задолженности по заработной плате. На сегодняшний день район полностью газифицирован. Это тоже о чем-то говорит. С этого года районы области получили большую самостоятельность в финансовых вопросах. Они будут сами распоряжаться межбюджетными трансфертами. Предусматривать межбюджетные трансферты на конкретные виды уже. Может быть, это и вода, это и газ, это может быть даже и заработная плата работников культуры, то есть, скажем, на социально значимые мероприятия. Мониторинг по районам власти региона будут проводить ежемесячно. Его результаты можно увидеть на сайте администрации области. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, телеканал 7.